выходит на поле под руководством своего капитана Джан-Луиджи Буффона. Чтобы вы не подумали, что бомбардиры Серии А и рекорд Серии А, все это был... Джорджо Кьеллини, третий в центре. Квадва Самоа. Поднять, и мы видим, что здесь без рикошета не обошлось. Если бы этого рикошета не было, конечно, не добрался бы до мяча Инсинья, потому что все было перекрыто. Но момент, еще раз повтор, я так понимаю, все-таки Бенатья получил желтую и Асамоа. Сразу две желтые карточки. Ну и меняется Кьеллини против Хёведеса. А здесь не персональная игра была, а зонная. Да. Бенедикт Хёведес. Отметим уже в первой минуте. Запомнится этот первый тайм хорошими штрафными. Марио Ру исполнил в ту сторону. Теперь Пьянич. Конечно, не Криштиану Роналду. Он не решается выпрыгнуть и в воздухе сделать эти ножницы, но все равно бьет. С изображением Гонсало. Здесь внимание в атаке Наполи. Прошел отбор, и это удар от Мертенс. Да, скорее в расчете на то, что... Чини Марио Руэ по левому флангу. Подача, которая превратилась в удар. Джиджи Буффон из-под перекладины этот мяч достает. Да, он, видимо, еще... Нет, правый катит. И неплохо катит Гамшик. И еще один голевой момент. И что-то похоже на не ситуацию, но удар. Так регулярно. Инсинья, его любимый маневр. Очки 3000 и процент 92. Ну, здесь офсайд. Наверняка. Наверняка здесь офсайд. Причем да, такой солидный. Метров 5, наверное. Слишком. В разрез прошла передача на Инсинья. Инсинья. На Гапчика удар в ближний угол. Мимо. Здесь он все-таки решил в ближний пройти. Да, пустоватым нападением, вот этим основным. Клихон и Мертенс. Это опять. Вот момент, это очень момент. Хороший момент. Да, момент Клихон. Хороший, а удар совсем плохой. Но тем не менее. Вот одна из первых, единственная, которая могла стать голевой, по сути дела. Супер момент Хосе Клихона. Ну, по-моему, офсайд. Да, офсайд. Здесь стандартное положение, и Пьянич исполняет подачу длинную на дальнюю штангу Пепе Рейна. Будто приклеенный. Играет попал. Но здесь, наверное, будет подача. Так и есть. В сторону Игуаина. Кулибали навис над ним. Грозной тучей. И, может быть, даже не... Даже билетов гостевым болельщикам. Далеко не все самые грозные. Это Зелинский бил. Зелинский, да. Зелинский. Рок уже делал подачу. Это, да. Наполе. Инсинья. Подача. Очень здорово. Не сразу реагировал Буффон, потому что там мог быть отскок. А могла быть игра со стороны тех, кто... У меня аж два мяча. В том числе и в игре с Удинезе в прошлом туре. Подача от Клихона. Кулибали гол! Калиду Кулибали! Сказочный Кулибали! Он делает это! Мы ждали его подключения. Один из лучших защитников мира разрывает это.